Некие общественные организации сейчас начали рассуждать о том, что неплохо было бы у некоторых неправильных людей, награжденных Медведевым, отобрать награды. Ну, например, у Горбачева. Как бы ни относиться к Горбачеву, совершенно понятно, что отобрать награду хотят тем самым не у Горбачева, хрен бы с ним, а у Медведева, который ее, собственно, и дал. То есть, таким образом, его немножечко приунизить. Что входит, в общем, в ту программу, о которой мы говорили?